и лекарства. Команда! Капитан покидает вахту! Это крепость Вриса. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Лекарство в доме предводителя. Ugh.
нужный дом. Нужно быть осторожным. А вот и нужные лекарства. Я нашел все, что нужно лекарю. Нужно отнести в виноградник. Я нашел инструмент. Спасибо. Это особо. О, ты... Кажется, тебя... Нет винограда, нет работы! Попробую найти. Поехали!
Выпустите! Тебя послали сами боги! Ты... Thank you.
Давай! Эйла! Кто-то выжил. Эй, ты! Меня зовут Галарнос. Помоги выбраться, я заплачу. Я свободен. Yeah.
Прошу, прими эти драхмы. Я пытался купить свою свободу, но эти малаки жаждали крови. Пошел! Чего изволишь? Thank you.
Всегда тебе рад. Надеюсь, ты пришел за рыбой, а... У тебя лицо, как у стухшей рыбы. А с чего бы ему не быть таким? Мой непутевый сын забрал лодку и до сих пор не вернулся. Все вертит хвостом перед той девкой из Метильяны. А! Наверное, потерял счет времени. Рано или поздно вернется. Рано или поздно, разумеется. Но мне он нужен сейчас. Скажи, возьмешься за поручение? Поищи. Да, возьмусь. Отлично. Где находится этот... Залив Рыбак. Расскажи мне о девушке. Да не знаю я. Какая-то... Пойду искать. Уж будь так. Залив Рыбака. Вперед! Вижу рыбацкую лодку. Где же сын рыбака? В воде кровь. Это сын рыбака. Сын рыбака. Похоже, он запутался в сетях, когда поднимал рыбу. Поскользнулся, и сеть утащила его в воду. Ugh.
что там с сыном? Твой сын мертв. Запутался в сетях и утонул. Нет. Мой сын. Бедный мальчик. Она почитает великий ужас. Она зло воплотит. Судите ее. Нет, послушайте меня, послушайте. Лигея еще там. Ее забрали, но ее... Говорят, командир хочет, чтобы я собрал людей. Мести! Боги слышали. Молчи, змея. Что такое? Мы воздадим этому чудовищу по заслугам. Они все сошли с ума. А ну, прикуси. Она точно в сговоре с велик... Она напуган. Прошу, Лигею забрали. Вонзив меч в грудь Афины. Я спасу Лигею и убью любое чудище на пути. Что ты такое говоришь? Она приведет тебя к застывшему храму. К смерти. О каком чудище ты говоришь? Обессерди. Убьем эту нечестивицу. Ты сказала, что тварь живет в лесу. За застывшим храмом к северу отсюда. Ты упомянула Лигею. Она... Она смелая. Не как я. И что великий ужас пообещал тебе за ее душу? Если этот ужас схватил Лигею живую... Осторожно. Она пойдет со мной. Она колдовала тебя. Слушайте, мы должны спасти город, а чужаки должны умереть. Спрячься в храме, я разберусь. Они почитают великий ужас. Ты спасена. Я? Мне нет до себя дела, Мисти. Любовь может погубить всех. Я давно приготовила монету для Харона. Знаешь, я не могу называть тебя просто... Ты... Меня зовут Брис. Алексиус. Лигея ждет меня, Алексиус. Не будем ее подводить. Святилище. И ты удивилась, что ее похитили? Здесь опасно. Нужно покинуть город. Давай.
Элла! Это наше тайное место. Романтики, сомнительно. Я нашла лоскуты, ведущие в логово ужаса. Пора найти... Стряслось с деревьями. Мне здесь не место. Что это за место? Здесь нет жизни. Мы во владениях ужаса. Слушай, даже звуки боятся того, что прячет туман. Стало трудно дышать. Даже воздух здесь мертв. Эти статуи до ужаса правдоподобные. На всех лицах застыл страх. Ужас уничтожает все живое, превращает в камень и оставляет в вечном страхе. Но, Лигея, если... Как похоронить статую? И не встретить Харона. Лигея! Лигея! Прист, стой! Малака! Нужно идти за ней! Попасть внутрь, но я не вижу входа, и по стенам не забраться. Она должна быть здесь. Мы встречались в руинах ужаса. Я припозднилась. Хотела найти Розу, достойную ее красоты. Это все я. Вас обеих. Но вместе. Ты искала Розу. Спасибо. Что ты знаешь об этом месте? Лигея, дочь Артемиды. Когда-то ее тренировали здесь. Есть легенда о древнем артефакте, который забрали из змеиной ямы. Лигея думала, что он в деревне дочерей на... Я найду. Еще есть наемник. Он говорит всем, что убил чудовище. Невозможно. Многие верят. Этот наемник... Он ждет в храме на холме, что в древней жемчужине. Многие воины зарабатывают себе имя, бросая ему вызов. Ты видела? Нет. Но лишь ужас достаточно свиреп, чтобы справиться с Лигеей. И упрямо. Я проберусь в логово и убью чудовище. А я найду Розу, которую должна отдать Лигее. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. Это Сап... Любимая. Прошу, а... Древняя жемчужина.
А вот и храм на холме. Наши жизни как восход и закат солнца. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище. Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Но зачем вы отправились к чудовищу? Люди в масках наняли нас украсть древнюю реликвию из его логова. Расскажи, что за вещь вы должны были выкрасть. Кажется, они и сами не знали, что это. Убив чудовище, я хотел обыскать логово, но оно было закрыто. Как тебе удалось победить чудовище? Все случилось так быстро. Мы хотели ворваться в храм и загнать его в угол, но оно напало на нас из засады. Времени на раздумья не осталось. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Ты не... Вроде обычное копье. Наемник ничего не знает. Он не заходил в логово. Зря потратили время. Лигея ждет, а мы ничего не добились. Не совсем. У наемника было копье. Нет, нет. Тварь забрала Лигею. Ужас не мертв. Даже сейчас он в логове. Возможно, мы просто чего-то еще не... Ты нашел путь в... Лигея была права. Дочери Артемиды охраняли этот... диск. Ключ. Это... Мы сможем пройти внутрь. И? Ты ранил кого-то из дочерей, выкрав... В насилии не было нужды. Дочери Артемиды ничего не заметили. Тюхи на нашей стороне. У Лигеи есть шанс. Сдержанные змеи. Дурной знак. Брис! Ты не понимаешь, что...
Лишь одно существо превращает жертв в камень. Посмотри на меня. Прошу, взгляни мне в глаза. Лигея! Нет! Лигея! Это я! Брис! Ненавижу змей. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь нас. Thank you.
Спартанцам придется нелегко. Ugh.
Господи! Амфиполис. Он еще станет империей. Давай.
Спарта снова терпит поражение. Вперед, Фобос! Новый день, новая охота. Тише, тише. Но! Давай.
Отдыхай. Ну, давай. Давай. Thank you.